Если у вас есть вопросы, задать их можно будет 12 декабря. В этот день пройдет общероссийский прием граждан. Его организуют ежегодно в День Конституции. С 12 часов дня начнутся личные приемы у министров и государственных служащих. В Чувашии в администрации главы региона принимать жители республики будут в первом кабинете на первом этаже. Предварительная запись не требуется. Личный прием руководителями органов власти. Значит, там предусмотрена схема приема в режиме видео и аудиосвязи. Если с какого-нибудь Шимушинского района, значит, человек хочет обратиться к министру там, строительства или министру образования, значит, специалисты должны организовать аудио или видеосвязь. С вопросами обращаться по телефонам, которые вы видите на экране. Контакты для связи с министерствами и ведомствами указаны на официальных порталах органов власти.